Дорогие друзья, ну я, конечно, рад видеть вас у себя, вообще могу сказать, дома, потому что действительно Союз – это второй дом, очень важный для меня, для любого человека, который находится в этом Союзе. И не зря люди сюда стремятся, здесь находятся. Я думаю, что вот эти залы замечательные, которые я, конечно, впервые освоил в таком количестве. Конечно, я раньше мечтал это сделать, хотел, но вот наконец все-таки получилось. Я очень благодарен, что вы пришли здесь. Дело в том, что я могу много объяснить. Нет этикеток, мы просто не успели по-настоящему сделать этикетки. Может быть, завтра, послезавтра все будет висеть. Но я думаю, в искусстве не всегда этикетки важны. Можно и так. Я так думаю. И я просто благодарю вас, что вы пришли посмотреть мои картины, вы пришли посмотреть мой мир, пришли, может кто-то порадоваться, может кто-то, ну, тоже порадоваться. Поэтому спасибо вам большое. Можно вам много говорить по экспедиции, все, но это очень долго, потому что тут несколько циклов, несколько принципов. Вот здесь и специальная выставка, посвященная Пушкину, здесь специальные серии есть, другие темы всевозможные, здесь экологическая тема. Ну, я думаю, что это вы сами все видите, если вам это как-то в жизни пригодится, если вас это обрадует, если вас это обогатит, если вы получите удовольствие, если вы станете богаче от этого духовно, я буду чрезвычайно рад. Спасибо вам. Дорогие друзья, как уже говорили предыдущие выступающие, с огромным удовольствием приглашаю вас вдохнуть симфонию музыки творчества Олега Юрьевича Хнина. И персональная выставка заслуженного художника России Олега Юрьевича Хнина, открытая, искупаемого в аплодисментах.